Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас видео вопрос-ответ. Прилетело от вас очень много вопросов, так что сейчас я не знаю, на все я отвечу или на часть, я посмотрю по... Я посмотрю по тому, как сын наш, мой разрешит мне снимать, и по тому, сколько времени займут у меня ответы все эти. Итак, первое. Алекса задает вопрос. Селена, расскажи, три вопроса у нее. Твоя профессия, кем ты работала до беременности? Моя профессия — это секретарь-референт в профессиональном училище и незаконченное высшее у меня, то есть это клинический психолог. Это такая вот профессия. Кем ты работала до беременности? До беременности я работала продавцом-консультантом, я работала хостес в ресторане. В общем, понемножку менеджером работала. Не помню где. Ну, в общем, на телефон отвечала администратором. Вот такие вот работы были, но они были недолгие, потому что я работала всегда для удовольствия. Второе. Любимая книга. Ну, первую книгу, которую я могу сказать, что она любимая, потому что она мой путеводитель вообще по жизни. Не знаю, будет ли вам это интересно. Это книга буддийская. Основы буддизма, там автор Лама Оли Нидал. Каким все является. Эту книгу можно читать бесконечно, потому что каждый раз, когда в ней, ну, читаешь, ты что-то новое открываешь, новый взгляд, новое понимание какое-то мира, ощущение мира, создание. Ну, в общем, эта книга построила мою жизнь, я живу по этим всем принципам и канонам, стараюсь во всяком случае. И когда я ее читаю, настроение и жизнь вообще прекрасна. И третий вопрос. Была ли ты за границей? Если да, то где больше всего понравилось? Да, я была за границей много-много где. Самые большие впечатления у меня, конечно, произвела Индия. Я была там 2 раза. Один раз я была просто как бы отдыхая на разных, в разных местах, в разных штатах с друзьями. В другой момент тоже была с друзьями, но уже... немножко с духовным таким наклоном. Мы были по всем местам, где родился Будда, где он там учил первое учение, где, ну, в общем, по всем местам, где он там был. Такие святые места, и это, конечно, очень меня впечатлило, хотя сама по себе страна очень бедная, очень грязно там, да. И при всем при этом, если сравнивать там, я не знаю, с Багамами, с Францией, с Монте-Карло, с Сан-Тропе, то, ну, как бы Индия больше мне по душе пришлась, даже с ее грязью, потому что как что-то там вот такое вот прям настоящее. Хотя в Монте-Карло очень красиво, в Сан-Тропе очень классные места. Вы не думайте, это мой маленький спит просто, он во сне у меня кряхтит вот так вот, что-то ему снится там. В общем, вот такие дела. Могу сказать, что Индия – это для души, а Монте-Карло, мне очень понравился Монте-Карло, это для красоты, для гламура, для пафоса. Вот, знаете, чтобы почувствовать, что жизнь удалась, ну, как бы вот все супер, да, вот как-то гламурненько, я бы в Монте-Карло еще раз бы съездила, мне там очень понравилось. Дальше вопрос. А что тебя привело снимать? Ой, я извиняюсь сразу, что не все имена запомнила. Я сначала просто вопросы записывала, а потом начала смотреть, кто пишет, и решила имена еще говорить. Так что пока что без имен. Что тебя привело снимать видео на YouTube? Нет, хочется быть полезной для других и что-то делать. Мне все время хотелось что-то делать, творить. И почему песни начала писать? И каждый раз, когда моя написанная какая-то песня уже готова, все время ощущение, что ты что-то сделал и прожил день не зря. А сейчас я снимаю видео, и благодаря вашим комментариям, вашим хорошим отзывам, я понимаю, что я делаю что-то полезное и приятное. И, ну, как бы, мне это нравится очень. Вот это меня привело. Что кушала во время беременности и во сколько был последний ужин? Это Ксюша Шаповалова написала мне. Ой, что кушала во время беременности? Я, в принципе, все кушала во время беременности. То есть у меня будут видео, где я буду об этом говорить. Вначале просто у меня было отвращение ко всему. Я ела только салаты и вот что-то такое легкое-легкое, да? И кефир там, может быть. Потом с 4-го уже или с 5-го месяца я ела все подряд, как и раньше. Вот. А вот сейчас уже после беременности я вообще ем очень мало чего, потому что все может отразиться на ребенке, и я не хочу, я боюсь, поэтому все продукты я ем аккуратно. Как не поправиться сильно во время беременности? Я не знаю, как не поправиться сильно во время беременности, потому что я ела все, и я вообще
Девочки, вообще я не переживала за то, что я поправлюсь, что у меня будут растяжки какие-то, или как-то я не восстановлюсь. Я не переживала за свою грудь, попу, ноги там, короче. Меня это все не волновало. Меня волновало, чтобы мой ребенок набирал вес, чтобы он был здоровый, чтобы я получала все витамины. И было у меня такое, что я ела вроде мало, потом я ела вроде много. В общем, я не знаю, я как чувствовала, так и ела. И вообще не парилась о том, что со мной будет. Я парилась о ребенке, чтобы все с ним было хорошо. Алена задает вопрос. Волосы отращиваешь или амбре? Волосы после родов стали лучше или выпадают? Волосы я покрасила амбре для того, чтобы отпустить свои корни. Это как раз таки я сделала перед беременностью. Буду делать также амбре, только светлые с корня. Потом все вам покажу. Волосы после родов. Ничего с волосами не изменилось. Они не стали выпадать, они не стали хуже. Они выросли у меня еще. Да, не знаю, мне даже кажется, они лучше стали. У моей подружки, например, лучше. У нее там вообще волосы так сильно выросли. У нее за всю жизнь столько не росли. Она все время их растила, растила, растила. Во время беременности у нее так выросли волосы. И после беременности, сейчас малышу уже где-то 8 месяцев, просто у нее там вот ниже пояса такие шикарные волосы стали. Все благодаря сыну ее. Дальше панда мне пишет. Любимые жидкие помады. Мне нравится матовая помада в Диваж. Вельвет называется, да. Очень классная помада, она очень приятная на губах. Еще мне нравится Dior блеск. Красная у меня есть Dior блеск, но она не красная. То есть если ее сильно намазать, она красная. Если не сильно, то она не красная. Ну, из блесков вот это то, что я, ну, как бы пользуюсь постоянно и давно уже. Твоя мечта. Ой, моя мечта — оказаться с моим сыном и с моим любимым мужчиной, с его папочкой. Куда-то что-то мы поехали все вместе и реально отдохнули в красивом месте, теплом, без насекомых. Пусть это будет, может быть, какой-то остров, чтобы мы прям вот втроем провели все это время, я не знаю, ну, недельку хотя бы. Я очень хочу, чтобы мы вот так вот оторвались, погуляли хорошо. Любимое время года. Мое любимое время года всегда было лето, потому что у меня летом день рождения, и вообще я люблю одеть покороче юбки, шорты, показать ножки загорелые там, да, и платьица какие-то. Но в последнее время что-то лето какое-то супер жаркое, и поэтому мне нравится, знаете, весна и осень. Нейтральная погода должна быть. Или, я не знаю, может, это возраст уже играет свою роль. Итак, дальше. Полина. Как часто ты отказывалась от каких-либо продуктов во время беременности? А, ну я уже подобный вопрос отвечала. Я не отказывалась вообще от продуктов во время беременности. То есть отказывалась по причине того, что просто было отвращение к ним. А так, чтобы отказываться для похудения или стройнения, нет, такого не было. Ничего не отказывалась. Все ела. Влада задает вопрос. Тебя узнают на улице? Влада, нет, меня не узнают на улице, так как у меня не так много подписчиков, на самом деле, все относительно. Когда говорят, у тебя так много подписчиков, ты там звезда там и так далее, ну, это не так на самом деле. Смотря с чем сравнить, у других там по миллиону, по 1,5 миллиона, вот может быть их узнают уже, потому что это достаточно большое количество, а у меня нет, у меня не так много, но все зато ценные и мои любимые. Люблю вас. Анастасия задает вопрос. Как ты решила стать блогером и какую используешь аппаратуру? Я решила стать блогером, тоже уже ответила на этот вопрос предыдущему человеку. Решила стать блогером, да, чтобы быть полезной. Аппаратуру использую, что я снимаю на iPhone 5s, я уже говорила. У меня профессиональный софтбокс, это очень важно, это свет, потому что свет делает картинку. На самом деле, которая вам нравится картинка, вы говорите, да, что качество хорошее. Я думаю, что 70% этого это делает мой софтбокс, потому что свет важен. И фотографии очень красивые получаются, когда свет. Я тоже, когда с этим столкнулась, думаю, нифига себе. Свет очень важен, на него не жалейте денег. И что еще? И вот такой вот у меня микрофончик. Это тоже для айфона микрофон. В принципе, подходит для всех гаджетов и для видеокамер. Последний вопрос Кристина задает. Тебе нравится Дом 2 и почему? Да, мне нравится Дом 2, я, в принципе, его смотрю уже. Все, сколько он существует, столько я его смотрю, но с такой вот периодичностью. Да, и мама тоже любит его. Почему смотрю? Я смотрела его с разными людьми, и со своими подружками, и друзьями, и даже вот у меня друг взрослый очень был. И мы очень любили смотреть «Дом 2». С какой целью? Это не то, что мы там погружаемся, да, и там, ой, что-то прям
ну, я не знаю, как сказать, как сериал. Мы скорее с пользой смотрим, да, какие бывают люди, как они себя ведут в тех или иных ситуациях. Все это сопоставляем с нашей жизнью, с какими-то, может быть, нашими близкими друзьями. Кто-то бывает также похож, да. Ну, как психология, начинаем выявлять какие-то такие общие признаки, да, и лишний раз, ну, так как мы уже все взрослые, да, лишний раз убеждаемся в том, что там, ну, в общем, это такой как бы эксперимент «Дом-2». Я считаю, что такой эксперимент, когда сажают людей в определенное место, даже если там какие-то вещи спланированы, спровоцированы, все равно реакция каких-то людей, она настоящая, кого провоцируют, правильно? И очень интересно наблюдать. Можно тысячу разных вариантов сделать, и кто-то становится прям суперчеловеком в авторитете, которого уважают, а кто-то становится лохом там, да, и... Ну, в общем, за этим очень интересно наблюдать, сделать какие-то выводы, рассуждать на эту тему. В общем, мы такие все психологи собрались и рассуждаем. Ну и вообще, вы знаете, «Дом-2» очень полезно смотреть, потому что там у всех скандалы, все у всех плохо, короче. И если у тебя все плохо, возьми, включи «Дом-2», и ты поймешь, что у тебя все хорошо. А там вообще дураки одни. Ну, как в основном говорят, я думаю, что это как раз-таки такая польза. Хотя я так не считаю, и... Ну, не большинство, конечно, меньшинство, но там есть реальные люди, которых мне нравится слушать, смотреть, и за которыми интересно наблюдать. Вот. Ну, вот и все. Вопросы, ответы на ваши вопросы закончились. Еще у меня были вопросы там, чтобы я рассказала о родах, но это будет отдельное видео, где я все расскажу и даже покажу вам кадры из роддома. Специально для вас снимала, когда у меня уже даже были схватки. Так что, кому интересно, оставьте лайк. И кто хочет не упустить это видео, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. С вами была я, Селена Свей. Пока-пока.